Что касается земельных участков, меня порой удивляет, что мы ищем пустые земельные участки. Но у нас есть большое количество жилого фонда, уже в том числе и расселенного, который у нас стоит мертвым грузом и не рассматривается. Вместо того, чтобы там появилась очередная башня, может быть, там лучше появится детский сад или школа. Тем самым просто снять нагрузку и на территорию. Там есть уже подведенные коммуникации. Но пока мы идем по свободным полям. Скоро поля закончатся вообще. Поэтому нам нужно сейчас, с точки зрения и генплана города Орла, смотреть по использованию эффективному всей территории. И в том числе, иногда и за бюджетный счет, а иногда и за внебюджетные источники, когда привлекаются застройщики по сносу домов. Ну и напоминаю еще раз, здесь в большей степени для всех коллег, наша с вами задача переходить к комплексному освоению территорий. Поэтому если строится жилье, необходимо сразу смотреть, где будут социальные объекты, а не наоборот.